Выставка-продажа икра и рыба камчатская снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбу холодного и горячего копчения. Выставка-продажа проработает до 21 мая включительно. Чевыча, палтус, нерка, омуль – более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола на том же месте. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежестью та отличается от этой. Чарующий аромат так и манит к прилавку. Чевычу любят за неповторимый вкус и свежесть. Чевычу куплю. Очень вкусно, я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравился очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как, приезжаю, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится, очень хорошо. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергию и силы. А также активизируют обмен веществ. По телевидению передавали, что на первом этаже продают камчатскую рыбу. Ну, покушать надо. Камчатская вкуснее. И икра тоже вкуснее. Шустро работает. Не обвешиваю. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 21 мая включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. Герман Гущин, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».